Медиагруппа «Авангард» представляет. Поделитесь, пожалуйста, с участниками нашего форума следующей ситуацией, следующей информацией. Все мы видим, что мир изменился, изменился ландшафт современных киберугроз. Как, на ваш взгляд, в этом плане отреагировали СОК-центры, особенно СОК-центры промышленных предприятий? Ну, да, спасибо за вопрос. Я работаю в направлении промышленной кибербезопасности, и тема эта привлекает внимание уже последние несколько, там, десяток лет, и не, как бы тема не становится... угроз не становится меньше. Мы видим из года в год рост количества атак, ну, даже если не рост, то их стабильное наличие, да, и это, безусловно, привлекает внимание как государств, так и промышленных компаний, больших промышленных компаний, малых компаний с промышленной автоматизацией, которые понимают, что это оставлять так нельзя, нужно за этим следить, нужно мониторить ситуацию, которая происходит с их системой. И так или иначе они приходят к теме, к построению соков. Сложность заключается в том, что в этих промышленных сегментах у промышленных компаний исторически они были изолированы, и необходимый инструментарий для обогащения соков информации там отсутствовал. И сейчас основной тренд — это то, что, по крайней мере, люди начинают пускать соки, начинают появляться некоторые источники информации, источники событий в этих сегментах для того, чтобы обогащать соки и уже получать ту наблюдаемость процессов, наблюдаемость активности, которая происходит. То есть вот этот тренд, он есть, и это позитивно. Антон, еще такой вопрос. Вот лаборатория Касперского – это международная компания, и, насколько я знаю, вы как раз занимаетесь международным бизнесом, продвигаете решения по защите СУТП. Как, на ваш взгляд, изменились соки именно не в России, а за границей? И можно ли перенять какой-то полезный опыт у нас в стране, чтобы обезопасить в текущих условиях наши предприятия от киберугроз? Ну, вы знаете, работая с другими странами, с компаниями из других стран, мы видим, что в среднем уровень тот же. Есть в отдельных странах уровень повыше, например, в частности, в промышленной автоматизации мы видим, как на Ближнем Востоке, например, к этой теме уделяют большее внимание. Ну, как бы исторически это более богатые страны, более богатые предприятия, более зрелые с точки зрения безопасности. И они не жалеют ресурсов на построение комплексных соков, поэтому вот у этих стран, у этих предприятий есть чему поучиться.